Всем доброе утро, это информатор Киев. Мы сейчас находимся на пересечении улиц Васильковская и Саксаганского. Здесь произошло достаточно крупное ДТП. Столкнулись автомобили Renault, легковой автомобиль, и Citroën. Renault принадлежит охранной службе, службе охраны Sirius. По словам водителя Citroën, он поднимался вверх по улице Васильковская к площади Льва Толстого. По его словам, он двигался на зеленый свет на перекрестке и почувствовал сильный удар. В него влетела машина Renault охранной службы Sirius, после чего обе машины вылетели на тротуар, на пешеходную часть. Можете видеть, насколько сильным был удар в бок Citroën'а. У Citroën'а буквально вырвало переднее колесо. В Renault Logan сидели двое мужчин. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Можете увидеть, собственно, сработали подушки безопасности. Вот. Однако это не спасло от госпитализации мужчин, которые были в Renault. На данный момент на месте работают правоохранители, сотрудники медслужб уже уехали. Правоохранители оформляют данное ДТП. Двое человек пострадало, пострадали водители и пассажир, которые находились внутри автомобиля Citroën службы охраны Sirius. Можете увидеть, собственно, повреждения данного автомобиля. Тут практически уничтожена вся передняя часть. Также большие повреждения получил и автомобиль Citroën. Это у него от сильного удара в бок, у него смята практически вся. Нет обе машины на украинских номерах. От удара у Citroën смята вся боковая часть, правый бок, буквально вырвано колесо. Вот. К счастью, водитель Citroën сильно не пострадал, спас ремень безопасности, который он не забыл пристегнуть, иначе последствия были бы гораздо хуже. Но также сработали в машине сработали в машине подушки безопасности, которые тоже во многом компенсировали большую силу удара. Я напоминаю, что информатор Киев сейчас находится на пересечении улиц Саксаганского и Васильковской. Здесь произошла серьезная авария с участием автомобиля Renault службы охраны Sirius и легкового автомобиля Citroën. По словам водителя Citroën, он двигался по улице Васильковской в сторону площади Льва Толстого. Охранников отправили в больницу. Там было двое человек, обоих забрали с травмами различной степени тяжести в больницу. По словам водителя Citroën, он ехал по Васильковской в сторону площади Льва Толстого и ехал на перекрестке на свой зеленый свет. А уже охранники влетели ему в бок. Охранники двигались со стороны Дворца спорта по улице Саксаганского. Я напоминаю, что информатор Киев сейчас находится на пересечении улиц Васильковской и Саксаганского. Здесь произошла серьезная авария между автомобилями Citroën и Renault службы охраны Sirius. По словам водителя Citroën, он двигался
со стороны улицы Большой, со стороны улицы Васильковской к площади Льва Толстого на пересечении с улицей Саксаганского. Он, по его словам, проезжал на зеленый свет и почувствовал сильный удар от столкновения с Рено Логан службы охраны Сириус. В результате аварии обе машины оказались на тротуаре, обе машины сильно повреждены. У Citroen буквально вырвано колесо, также очень большие повреждения на правом боку. У Renault службы охраны Sirius очень большие повреждения всей передней части. Тут буквально все смято, можете увидеть. В результате ДТП госпитализировали двоих человек, которые были в Renault, с травмами различной степени тяжести. Они уже находятся в больнице. На данный момент, собственно, ДТП оформляют сотрудники полиции. Более подробную информацию читайте на сайте Kyiv-Informator. Будьте аккуратны на дорогах и хорошего вам дня. Всем спасибо.